Этот вулкан однажды породил гигантское раскаленное облако пепла, дыма и камней высотой в 33 километра, которое впоследствии накрыло римские города Помпеи, Геркуланум и Стабий. По оценкам экспертов, тепловая энергия, выделившаяся при извержении, почти в 500 раз превосходила взрыв атомной бомбы над Хиросимой. И вы, наверное, уже поняли, что речь идет о Везувии. Ученые и по сей день задаются вопросом, что будет, если действующий вулкан, который расположен на юге Италии, вновь проснется? Повторится ли сценарий 79 года? В статье, опубликованной журналом Nature Communications, британский вулканолог Кристофер Килбурн и его коллеги из Италии отметили, что напряжение скапливается под поверхностью и не находит выхода уже несколько десятилетий. Это наводит на мысль, а что, если в 2021 году все прорвется наружу? В общей сложности вокруг вулкана живет около 3 миллионов людей, 800 тысяч из них находятся в красной зоне. И если спроецировать те прошлые события на наши тысячелетия, то, по словам экспертов, при извержении Везувия смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней будут двигаться со скоростью до 700 км в час, что практически сопоставимо со скоростью пассажирского Боинга, а температура газов достигнет 800 градусов по Цельсию. Насколько же это опасно? Как раз недавнее исследование, проведенное итальянскими учеными, позволяет представить такие события со всеми подробностями и понять, насколько страшным и разрушительным было извержение Везувия. В 2001 году в статье, опубликованной в журнале Nature, Пьер Паоло Петроне с коллегами предположил, позы, в которых лежали люди, свидетельствуют скорее о тепловом ударе, нежели об удушении из-за воздействия ядовитых газов и пепла, которое долгое время считалось непосредственной причиной гибели. «Их мягкие ткани испарялись», — писали авторы. И температура затем опускалась на протяжении нескольких десятков минут, препятствуя развитию позы боксера. Чтобы вы могли представить всю мощь экстремально высокой температуры, которая может пройтись по городу, ученые приводят в пример одну находку, а именно жертву Везувия 79 года. Извержение застало жителя Геркуланум, лежащим на деревянной кровати. 2000 лет спустя его нашли под слоем окаменевшего пепла. Температура при извержении была настолько страшной, что расплавила мозг, превратив его в стекло. Это удалось понять по кусочкам блестящего черного вещества, найденного в черепной коробке. Но разве такое вообще возможно? Как говорят ученые, вполне. Всему виной витрификация – процесс горения вещества при крайне высокой температуре, а затем резком охлаждении. Тогда оно превращается в стекло, либо в глазурь. Да уж. Теперь нетрудно догадаться, что будет с миллионом людей, если Везувий вновь выплеснет свою ярость. Конечно, весьма маловероятно, что извержение приведет к планетарному катаклизму, но тот же Неаполь будет стерт с лица Земли, а его окрестности на много лет станут непригодными для жизни. Но когда же нам ждать извержения? Джованни Мачедонио, директор обсерватории, ведущий круглосуточное наблюдение за вулканом, предупреждает. Везувий не уснул на сотни лет, а лишь на время задремал. Это активный вулкан, если он проснется, то взрывоподобно, а не простым излиянием лавы. Отдельные вулканологи предупреждают и о том, что невозможно предсказать ни место появления, ни направление потоков лавы. В июне 2003 года местные власти выделили 724 миллиона евро для реализации плана добровольного ухода 150 тысяч жителей с насиженных мест близ Везувия. Каждой проживающей там семье обещаны даже премиальные 30 тысяч на обустройство в других районах. Однако и по сей день миллионы людей живут в опасной зоне. Они надеются на систему предупреждения извержений, которая, как показывает практика, давать точные предсказания не способна. Очередное безумие современного мира.